Привет всем подписчикам моего канала, с вами Карандашик. Сегодня мы будем открывать кейсы на gokaes.pro. И у меня 792 рубля, и сегодня мы откроем парочку кейсиков, откроем по одному вот отсюда, вот начинаем, и до брейкаута, может быть, дойдем, не знаю. Тут мне уже выпадал Сайрекс, мне выпадал, но это не мой ник, но все равно мне выпадал Сайрекс. Мне выпадала АВП пиксельный камуфляж, мне выпадало очень много здесь кракенов, выпадало... Короче, давайте приступим. Так, чтобы... О, мне очень много картеля выпадало. Где-то 3... О, и АВП боец мне тоже выпало. Так, это я помню. Малахит мне еще выпадал. Ну, давайте же приступим, меньше глагольствовать. Бум. И пошло. 99 рублей забрали, и давайте окупимся или нет. Ну, давай ножик вообще, вот будет замечательно. И говно. Ладно, открыть еще раз. Давайте идем к следующему кейсику. Идемте. Так, сейчас мы открывали хрома 1 кейс, теперь хрома 2 кейс. Хрома 2 мне очень нравится. У него все оружия, все прикольные. Но они у меня уже все есть. Скоростной зверь мне тоже выпадал. Так, и только скоростной зверь мне выпадал с изидропа. А он броня. Так, ладненько. Идем открывать следующий кейс. Но с хрома 2 кейса всегда выпадает очень все хорошенькое. Winter Offensive. Да, знание английского везет. Так, тут, ну, краки, Назимов, красная линия. Красная линия мне тоже, кстати, выпадала. Так, ну давайте же. Открыть кейс. И пошло. Давай. Выпади что-то хорошее. Стой. P90 Азимов. Есть. Так, ну, походу, по его этому, он либо после полевок, либо... Ну, я не знаю, ну, точно не закаленный в боях. После полевок, ну, нормально. По цене потом посмотрим, что сколько стоит. Я напишу видео. Ой, не то. Не спалился. Так. Следующий. Что мы сейчас открывали? Теперь Vanguard. И из Vanguard выпадет... Ну, что здесь интересное? Интересное из таких дорогих. Вот мне картель нравится, то, что скелетик нарисованный. Не, P2000 он не сильно нравится. Вот так, этот АК-47 пустынный повстанец, тоже прикольный. Нам больше тут ничего такого интересного, скитов нету. Так, давайте, открываем кейсик. И пошло, давай, крутись. И что же выпадет, давай. Ну, давай ножик. Ну, блин, вот чтоб я вообще просто описался. А, ну да, Азимов уже подарили, хватит. Вон я появился, Блэк Карандаш, как выиграл Азимов, и вот появился еще Кракен. Тут не появляется, кто синеву выигрывает, специально, чтобы не засорять сайт. Так, но синего, я вам честно говорю, тут очень мало выпадает. Синевы. Ну, раньше, когда был старый сайт, сейчас они его обновили, я тут не знаю еще, что как. Может быть, и выпадает так. А тут что-то? Тут, ну, хамелеон вообще не то. А вы пышку Азимов, что? Да. Ну, хоть ты стой, линия! Говно! Хоть бы красная линия остановилась, мне он очень нравится как скин. Хотя я бегаю с... Раскрашенный такой скин. Я забыл, как он называется. Так, открываем этот кейсик. Тут что у нас? Тут у нас кайман у меня есть. Это все у меня есть. Да все у меня есть. Ну, давайте откроем кейсик. Может, вулкан выпадет. Потому что М4 это пустынная атака у меня есть. Так, ну давай. Давай лучше ножик, что вы паритесь? Азимов нет, ну только не пульс, но же ты... Открыть еще раз. Нет, не буду я тебя открывать. Давайте мне... соседи, спасибо вам, что вы сверлите. Мозг себе посверляй, козел. Открываем кейсик, тут что у нас выпадет? Ой, что-то я опять открываю не то. Подожди. А, брейкаут.
Ну давай же. Что же выпадет? И пучина. Чтоб тебя пучило по жизни, как эту пучину. Так, у меня осталось 99 рублей еще на один кейсик. Я хочу открыть Хрома 2, в котором нам повезло. И открываем кейсик. И что же нам выпадает? Что же нам выпадает? А нам выпадает. Ну, давай крутить быстрей. И спасибо! Гран-при! Ва! Все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх и комментируйте эти видео. Всем удачи, всем пока.